Здравствуйте, меня зовут Денис Науменко. Настя, есть повод ревновать, смотрите. Оленька так смотрит на Дениса, на вашего. А я предупреждала. Да? Денис, вы к нам прямо с лайнера, с корабля на бал? Практически. А расскажите, где вы работали, чтобы все понимали? Я работал на немецкую круизную компанию в театре на круизном лайнере. В реальности это было лучше, чем мне описал агент. Вот такенная зарплата. Ты путешествуешь, представьте, 15-этажный корабль. 300 метров в длину, там метров 40 в ширину, наверное. Ну, в общем, достаточно большое сооружение. И там был театр, который ни разу не уступал муниципальным профессиональным театрам. И вот я прошел туда и поехал плавать по Европе, осваивать другие языки. Это была Испания, Португалия. В общем, весь год выступления в театре, путешествия. Поешь, танцуешь, путешествуешь, ни за что не платишь. Это звучало вообще реально как сказка, но на самом деле это оказалось еще лучше. Это был очень веселый период, который может быть, в принципе, только раз. Какие у вас ожидания от проекта? Я пришел хорошо выступить. А там, да, пойдет, пойдет. То есть мы практически... плюс-минус на корабле и смотрим ваше выступление, да, сейчас? Качки не хватает. Качки? Может, а качка а может, зависит... айсберга не хватает? Нет, Серег, а качку это вы... Это плохой сценарий. Качку-то вы нам устроите сейчас. Давайте. Вам сейчас будет потяжелее, конечно. Нет волн, нет качки. Вы это все нам дайте, пожалуйста. Надо, да, раздать зрителям таблетки от морской болезни, да? Денис, выступайте. Желаем вам удачи. Денис, у нас такая просьба от всех. Вы можете очки снять? Могу. У вас 4, да. Вы проходите тренировочный лагерь. Благодарю. Я ему сказала, что ему немного теплых лет.
Я так не понял сначала, что это установили? Да вроде хорошо же все.